Наша компания занимается комплексным инженерно-техническим сопровождением инвестиционных проектов на всех стадиях жизненного цикла. И ключевой услугой всего комплекса является независимый строительный контроль. Основными нашими клиентами являются крупные российские и международные компании, которые инвестируют значительные суммы в реконструкцию существующих, строительство новых промышленных, коммерческих, жилых объектов. Объекты компании расположены по всей территории России, включая регионы Дальнего Востока, Центральную Россию, включая столичные регионы, северо-западные и южные регионы России. В определенный момент мы столкнулись с такой проблемой, что мы получали большое количество информации из разных регионов России и не могли ее обрабатывать синхронно. Для решения этой проблемы нами был выбран информационный комплекс «Стройконтроль», который позволил нам синхронизировать потоки информации и обеспечить необходимой оперативностью всех участников строительного процесса. Данное решение позволяет нам в центральном офисе в Москве отслеживать и видеть все замечания, которые выявляются нашими инженерами на объектах, начиная от Дальнего Востока, заканчивая Краснодаром, Санкт-Петербургом, Ростовом и так далее. Более того, такой формат оцифровки строительного контроля позволяет существенно облегчить и улучшить процесс принятия решений руководителями проекта со стороны заказчика, что, наверное, является ключевым преимуществом данного программного комплекса. Программа «Стройконтроль» позволила стандартизировать и автоматизировать работу инженеров строительного контроля, находящихся по всей стране. Так, например, с помощью внедрения программы была решена задача нами по управлению проектами, находящимися в Якутии, в Новосибирске, в Владивостоке и в Хабаровске, позволяя при этом детально отслеживать и управлять работой инженеров строительного контроля. Программа позволяет производить аналитический срез при помощи вашего смартфона на стройплощадке, либо находясь в офисе. Результаты данной аналитики мы презентуем заказчикам на еженедельных совещаниях. К примеру, рабочее совещание на объекте. Инженер строительного контроля наш выступает не с докладом в виде записки на бумаге написанной, а на большом экране представляет карту объекта со всеми актуальными замечаниями. Причем каждое замечание привязано к тем или иным узлам, к тем или иным этажам, к конкретному месту, где замечание выявлено. Можно каждому замечанию погрузиться, увидеть фотографию, кто ответственен за устранение данного замечания, сроки устранения данных замечаний. На данном объекте осуществляем строительный контроль. Это высокотехнологичный научно-производственный комплекс по разработке и производству капиллярных диализных фильтров. После уведомления подрядчикам о готовности представления выполненных им работ, запрашиваем у него исполнительные схемы в электронном виде, далее загружаем их в программу «Строительный контроль», выходим на место и проверяем соответствие исполнительных схем натуре выполненным работам. Также проверяем факт устранения замечаний, указанных и зафиксированных нашими инженерами в программе «Стройконтроль». После внедрения программы «Стройконтроль» нам это позволило значительно сократить, в десятки раз сократить скорость выдачи замечаний, а также отработки замечаний строительным подрядчикам. Также зачастую, что при добросовестном отношении отработки замечаний строительным подрядчикам, нам это позволяет полностью уйти от предписаний и соответствующей бумажной волокиты. В рамках установленного законодательства в области капитального строительства строительный контроль является его неотъемлемой частью и главной, одной из главнейших функций, выполняемой заказчиком на объекте строительства. Программный комплекс «Строительный контроль» для нас является одним из инструментов для организации и осуществления контроля качества. Данный продукт наиболее подходит нам в тенденциях сегодняшнего дня и способствует оптимизации работы строительного контроля на наших объектах.